Первый угловой. На силу хорошая передача Галенда. И здорово задевать. Все чисто. Мы видим, как помощник. Опять Широков. Роман Широков. Красавец. Как многие говорят, окажись на дальней штанге, всегда забьешь. Я почему сказал опять? Потому что вспомнил, как и в предыдущем матче Широков забивал. Молодец, Роман Широков. Сейчас половина команды побежала к главному арбитру, половина к линейному. А помощник не показал, что. Смотрите, идет удар сходу. Я думаю, что Ангва закрыл офсайд. Ангва закрыл офсайд. Посмотрим отсюда еще раз. Все выходят. Сомнительная история. Здесь можно сказать, что момент удара. Смотрим. Наверное, они футболисты Анжи показывают, что рукой сыграл, а не офсайд. Может быть, глядя на повтор, может быть, пора.